Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Приморского края регулярно проводят профилактические беседы с рыбаками-любителями. Цель таких мероприятий – предупреждение возникновения происшествий на льду. В ходе рейдов сотрудники МЧС России проводят с любителями подледного лова профилактические беседы и раздают информационные памятки. Также инспекторы напоминают людям номера телефонов вызова экстренных служб и рассказывают о том, какие действия необходимо предпринять, если человек все-таки провалился под лед. Напомним, во Владивостоке запрет выхода на лед в открытой части Амурского залива действует до 10 января 2024 года. При этом выезд на лед на автомобилях запрещен на протяжении всего года. За нарушение выезда на лед предусмотрена административная ответственность от 1 до 50 тысяч рублей и 500 рублей за выход на лед.